Осужденный за нападение на ребенка хочет обжаловать приговор. 24-летний парень, который пытался убить девочку из-за велосипеда, считает, что 20 лет колонии для него – это слишком строго. Напомним, в августе прошлого года школьница поехала в магазин и пропала. Позже девочку обнаружили в лесу. Первый раз отпустила одну. И все, больше не пришла. Начали искать. Нашли только на следующий день в обед. Мужчина жестоко избил и пытался задушить 11-летнюю Катю ради того, чтобы забрать велосипед. На двухколесном он несколько часов катался по поселку, а потом бросил его. Оказалось, задержанный ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Но медики признали его вменяемым, и вот суд наказал его 20 годами тюрьмы. Но теперь мужчина хочет обжаловать этот вердикт.